Йоу! Тульсет! Аня, Кришина, Мида! И с нами Астрид, давайте представимся, я Сага. Джойси! И Маня. Джекс. Да, всем привет, мы сегодня пишем реакцию на замечательных девушек. Уа! Уа! Да, надеемся, мы правильно произнесли. Клип называется Shining on You. Что посмотрим, очень летние, свежие вайбы. Девочки такие красивые на скрине. Погнали! Так, опа! На машине когда они заканчивают писать вот эти все расходы, такие, я хочу закончить эту школу, чтобы потом выступать в таком классном ханбоке. Чего не знаю, мой розовый. Они такие милые, о господи, я просто пою, ты хочешь улыбаться, у тебя потом болят щеки, ты уже, ой, не могу, а еще там были сцены, вот где они, типа, дома сидели, это же ханок, это тоже, типа, корейский традиционный, типа, все вот так традиционно сделано, очень прикольно. Очень красиво. И вот эти школьные классы тоже у них же по-своему выглядят, вот прям вообще прикольно. Джекс, ты получила права? Все, едем на машине, включаем эту песню. И знаешь, такие типа... И надеваем такие платья. Ханбоки, да. Откидываем вверх, даже если вы не откидываете, просто... Я на крыше там буду...
В общем, смотрите обязательно этот клип, очень классно. Нам всем, я думаю, очень понравилось. Вот. Пишите лайки, ставьте комментарии. Лилия, пока-пока! Так-так, бла-бла! Пока-пока!